Эй, Аркадий, бойцы, слышишь? салам. Алейкум ассалам, как дела? Да пойдет. Короче, смотри, у нас есть Лина, есть Джаггер, Я видел есть... по пику примерно через стрим. Да. Ага. Смотрите сами там. Зомби, не зомби. На ком хочешь Мне уметь? пофиг, я могу на сапе побегать. На зомби в четвертой позиции бы побегал. В принципе. Зомби, Хускар и кто еще был у меня? А, Сайленсер. Идут на Сало, низ. зомби. Джаггер, соло топ. Слардар, БТР, Кунка. С Кункой проблемы будут. Ну вот вообще. Я Все, понял. кто кем играет? Так, вот вы выбираете. Джаггер есть, Хускар. Джаггер, Хуск. Бля, давай я на Джаггере, бля. Все, СПС. Так, есть у нас варды, вся хрень есть, поехали. Джаггер идет соло топ. Соло топ? Да. Ты идешь соло. Так, Против блин. ботрайдера. Так, А я ты не выключу хочешь туда камеру, ребят. Хускара запустить, а, на топ, пацан? Нет, лучше смотрится Джаггер на топе против ботрайдера. Хотя и Хуск сможет, но Хуск в трипле лучше пусть стоит. Так. Бля, ну я хз, пацан, на топе сейчас. Так, в По смысле? батрайзер, бля. В смысле, ты берешь стики и тупо стоишь, у тебя есть первый скилл, если он начнет там драться, на тебя уходить, ты первый юзаешь и уходишь просто. Вообще изи стоишь на джаггере против батрайзера. Бля, только что надо Аза, слушай, батрайзер на забавно хуске выйти. звучит, когда мейнкору объясняешь, что ему делать. Честно, серьезно, очень забавно звучит, как играть против БТР. Там стики, спины, Не, в ну стики принципе. берешь и тупо стоишь Да, соло. стики, спины Стоп, не, это фармишь. ясно, чё. В принципе, очень сложно. Так, ну я, наверное, разминать через дикей буду. Томбу в макс, а солрип на раз. В принципе, дефолтно. Ну да. В принципе, дефолтно. Но руна тут наша 100%. Все, забираем, расходимся. Пойду крипа встречу. Подблочу чуть-чуть. Кто-нибудь, выйдите сюда. О, оверлей пошли, найс. Свернулся. Все, вернулся. Найс. Постараюсь подблочить крипов. Кто у нас в трипле фармит? Сало? А, хуск у нас тут. Точняк. Хускар. Не блокуй, деда вперед пустите. Стратеги. Ладно, не халы. Они тут триплу должны всирать на изи. В зомби не стоят они. Хорошо. На втором, в принципе, можем попробовать подзабычить немножко ребят. Они тут в усере сидят. Ни одного крипа не увидят.
На руну пробегусь, ребят. Аккуратно. Может, что полезное будет. Плохо. Сейчас чуть экспы не хватает, ребят, до второго. Что не придумаем. Можно будет подзадушить. Есть. Они слились. О, вивера немного понапрягаем. Что там у тебя за руна была? Инвиз. Вот тут кто-то заходит. Подсейвливаю очко. Слардар тут проблочь чуть-чуть. Виверу даю, дикей не даю. Печалька. Но вивер умирает, в размене будет. Хорошо. Хоть так. Сейчас томбой попроще будет, ребят. На развороте можем? Хорош. Хороши. На развороте сработали. Отлично. Я на руну, ребят, сбегаю. Почильте немножко. Куру апну. А, next там сейчас кура придет, апну куру. Поработаем. Можно попробовать мид выехать. В принципе, у меня дикей будет рип. Но томбы нет. Вязает. Хорош. Щемим. Хорош. У меня нет ничего. Ага. Ничего нету. Уходи. Нормально все. Хил дать. Батла нет, есть еще. Отлично. Там на куру. Хорош почти. Но я далеко был. Я бы дикеем поджарил. Он просто левел апнул, я бы в соло его. Я понял тебя. Хорош. Ну, у нас низ выигран. Мидлейн, так, в принципе, тоже. На топе нет, пацаны. А БТР ошел. Какой левел БТР? Шестой, ребят, аккуратно, я, лосо. Шестой, шестой лосо. Возможно, может, стакают лес. Надо тоже пойти прочекать. Возможно, стакают лес. Он может фаст даггер будет выходить. Посмотрим. Да-да, он на даггер крутит. Я аккуратно пройдусь, надеюсь, тут не сдохну. Не, пойду ТП-шку лучше возьму. У Хускара все вроде тоже хорошо, да? Отлично. Все, гуд. Гуд. Беру ТП-шку, пойду прогуляюсь. Я постараюсь, ребят, что там нам нужно? Пайп. Мека. От корабля только пайп, если не знаю. Ой, ТП сейф. Мидлейн. А, они свапнули с лайнами, да? Я смотрю, Слардар на топе. Инвиз на низу. Я заберу. Живешь? Живешь, еще на развороте работаю. Отлично, я иду тоже, ребят, помогу. Помогу, чем смогу. А, снайпер знает, инфа есть по мне. О, я сентри на миде. Сентри на миде стоит, ребят. Томбу ставлю. Эх.
Получится? Хорош. Хорош. Захилю. Лучший. Нормально. Так, есть томба в тройку, ребят. В принципе, можно будет работать уже под тройкой. Джага сделает маднес. Хилку на так раз и можно душить. И обратно. Что-то плохо вас слышно, пацаны. Нас охуенно слышно вроде. Не, вроде нормально слышно. Меня плохо слышно, да? Нет, ну, вас всех плохо слышно. Странно. Ну, значит... Пойдет. Чё, как против батрайдера стоится? Заебись? Не, нормально, просто видишь сейчас там. Ну, вот видишь, у тебя первый скилл, плюс еще ты можешь ТП-шку взять в любой момент там. Первый скилл и ТП, там никто не сбивает тебя. Ну, после лосо, конечно. Я лосо там. Ой-ой-ой, меня тут выезжать хотят, ребят. Ага, я здесь. Ну, патронус, но у меня ХП хватает. Еще подфармлю. Так, идем, я ботл дам тебе. Go. Хотя... Смотри сам, если у тебя... Давай. Да-да-да. Вивер пока на топе. Держи обратно. Хорош. Ехала. У меня есть томба в троечку, ребят, гоу. А, вот так вот возьмем ТП-шечку. Так, сало у нас поймали. А, ну ничего не будет происходить. Ничего не будет происходить. Хускар фрифармит, в принципе, слардар в говне, ребят. И я думаю, пока начало хорошее. БТР лиса гоняет. Пойду томбу поставлю. Так, что там за руна? А, нормально. Оставили руну. Найс томба, конечно. Понимающе. Могу на топе обойти, помочь как-то убить Бальтазара. Так, 30 секунд еще. Походу, меня тут спалили. Ребят, предлагаю, сейчас томба от КДшится, еще 30 секунд, и можно вылазку какую-нибудь конкретную сделать, сдавить один лайн, у Хускара есть армлет. И мы можем сноуболиться сейчас конкретно. ТП-6 на мид, дам хотя бы рипа. Хорош, все тут, здесь все. Отлично. БТР лиса гоняет, ребят. Так, есть у нас что по вардам? Могу поставить, в принципе. Если дойду. БТР. Можешь акумилу взять, чтобы... Я все же попытаюсь на этот, на аркану тупо. У меня копейки остаются, 400 голды. Нету ТП-шки на топ в КД, Джага. Ко аккуратно. Мне, ко мне, брату. Все, там Аза сейчас задушит Слардара. Гоу, мидлейн тут, а. Хорош. Вивер. Все, уходи, уходи, уходи. Икс с нами. Там, вивер. Все, все, я умер. Я просто АФК бегаю, все. Не знаю. Линию выиграли, нехрен больше делать на зомби. Фармить надо. Ну этот кура дай мне, пока один дойдет, кажется. Пиздатый музон подъехал, отвечаю. Хорошо. Гоу, дай мне союз, слышишь? Заходи на Рошана. А, хотя ладно, играй, 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 играй. Не, не надо. Хорошо. Хорошо. Ух. Агрессивно. Вивер работает. Хочет принять. Мне кажется, тут маловероятно, что у него что-то получится. А он, смотри, он наглеет. Он хочет, походу, до конца. Я ушел. Ребят, есть арканы, если что. Смотаюсь на базу и можем, в принципе, продолжить веселуху. Томбу бы добить. До ласт левела. Дагер. Но я не подсейвлю, нету кнопок, бро. Я стараюсь, конечно, тут что-либо нажать. Все, уходи, уходи, уходи. Под томбой тут. Но нету кнопок, ребят. Тут, конечно, БТР, а не жданчик. Я глобалку зря, бро.
Надо уходить тут. Сало, спишь? А Сало приснул, ребят. Сало приснул немножко. А Куилу включи, чтобы быстрее пушить. Все, все. Так, есть, отлично. Ребят, есть томбов 4. Я, в принципе, фул готов драться, Рилли, вот просто. Сейчас мы очень сильные. Нужно этим пользоваться преимуществом. Аркана есть, возьму сейчас хедресу. Завардимся. И можно идти душить. Так, аквила есть, да, у нас? Хорошо. Ну да. Все, хедреска и поехали. Мы тут, в принципе, можем сейчас заканчивать игру. Ну, сноуболиться от Хускара, забирать Рошана. Они не зайдут к нам рошпит никак. Так что я предлагаю сейчас идти Рошана, ребят, в смоках. Я считаю, что это изи будет. И должны по товарам пройтись. Джаги, что там, Маднес скоро будет? Хилочку, братишка, на разок хотя бы надо будет тебе взять, чтобы мы смогли спокойно чувствовать себя в файте. Кунка 8 левел. С Лордара ни хрена нет, ребят. Сало, возьмешь варды, слышишь? Я принесу. Есть голдишка? Или я возьму уже сам? Хрен с ним. Поехали. Чё там на топе у вас, нормалёк? Вивер. Возможно, БТР на топе, ребят. У меня есть такое предчувствие. Не, БТР на ботами. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Подхилю, братан. Ну, я не знаю. У меня не жмутся кнопки. Ой, лол. Ой, лол. У меня не жмутся просто кнопки. Ай-яй-яй-яй. Лол. Минус просто, минус 3, минус 2, они изи дали вообще. И у меня, короче, под походу либо БТР второй закинул, либо под стиками напал мне. Я прогулял, я думал, томбу уже поставил. Так, печаль. Кто это снизу? Там все, там трое их было. Ну, корабля нету, там все в КД. Там один Слардар сейчас и БТР тоже без лосо. Но нам надо идти сейчас, ребят, потому что тянуть что-то не очень хочется. У нас есть глобалка. Да, у нас есть глобалка, у нас все есть, в принципе. Собираться, да, и нести. У них все в КД, ребят. Там, хотя корабль там 60 секунд все равно, но, мне кажется, забирать это дело изи. Но мне кажется, он не один там. А, у них там вон стоят пацаны. Так, отходи, отходи. Я тут буду умирать. Живу как могу. Глобалка. Но мне тут глобалка не поможет, бро. Не знаю, я отойду. А, они все на низу. Ставлю томбу. Ребят, еще один корабль пошел. Мне нечем подхилить Хуска. Нам мидер нужен, ребят. Файтинги. Я как могу моросю тут, я не знаю. Go, go, go. Не, я готов, в принципе, принимать на себя. Я жирный. Силу взял. Тут вивер под ногами у меня топчется. Ой-о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 й. Ну они байтят, просто байтят. Не знаю, ребят, томба закончилась. Я ухожу. Тут провал будет. Ничего нет. Очень хреново. Они просто тут засели, нужно взять это преимущество тут на изи на самом деле. Просто нам нужно вместе собраться. Я отойду, ребят. Там все, вообще все в КД. Блять, хорошо, что я на хосте был, пиздец. Я пойду сейчас заваржу. Здесь вот место. Не знаю, очень тяжело файтиться с ними. Корабль очень много дэм уже смягчает. Овер много. Там снайпер вообще с сапогом просто. Это забавно. Я снайпера убиваю. Давай, там ТП долгое. Угу. Изи. Пойду заваржу, я предлагаю идти Рошана, ребят. 37 секунд фри Рошан на самом деле будет. Руну заберешь, оставить тебе на ботами? Не, забирай, забирай. Хорош. Я сейчас даггер. Заберу. У нас тут кунка на руне. Ребятки. Двое на руне. Сентри возьму, ВС вивера. Они видят тебя, кажется. Возможно, видят, да. Если в рошпит зайдут, я буду ставить. Я жму кнопки. Я иду. Жму кнопки, ребят. Тут, ну, скорее всего, через корабль буду умирать, да. Попытаюсь жить. Нет, не живу. Короче, сентри надо тоже до кучи. Ну, вивер в рошпите, ребят. Сейчас ему Рошан лицо сломает. Help, мой бой.
Лобалка поздно. Уже все дали. А, блядь, что это такое? Го-го-го, я его поймаю. Хорош. Там изи фраг. Так, я не знаю, ну типа... Хуэн, хорош. Ребят, ну... я не знаю, гоу варды поможете сбить? Там вард... А, уже сбили же, да? Все, сентрячок есть. В принципе, можно зайти. Прошпит. Есть чем бить? Дай им союз на хускаре. На хускаре, дай? Не дефну, сейчас пойду. Так бей, бей, не бойся. А, тут батрайзер. БТР? Был. Понимаю. Да. Отходим тогда. Они нам не дадут так зайти. Надо тогда агрессировать и... Все, у него исчезло. ПФИ нету? Все, это поехали. Файрфлай нету, поехали. Ну я томбу на ХГ поставлю, ребят. Желательно под томбой. Торрент, торрент, торрент. Нормально, нормально. А, они в смоках, ребят. Ставлю. Ставлю. Но подхилю, чем смогу. Они под томбой дерутся. Они тут драку заведомо уже проиграли. В принципе. Славдар, арблет. Отойду, отойду. Отойду. У меня кнопок нет, ребят. Что там? Эх. Жага, ТП-шку носи, у нас тут файт идет. У тебя ж есть кнопки, ё-моё. Эх. Знаю, так файты растягиваются. Чисто там БТР сейчас на топ выйдет. Да ну нахуй. ГГ. Я ультую, короче. Сейчас на работе сгоришь. Крутись. Сука! В смысле, у тебя не было первого скилла? Да было у него все, он просто не жмет. Серьезно. ГГ. А в смысле он не прожал первый скилл, я не понял. Я не видел ульту. Так в смысле, я тебе говорю же, первый скилл жми. После такого файта ты должен сразу первый скилл нажимать. Да. Так, ладно. Хилимся, живем. Так надо было через Вула его убивать. Да, бля, уже. Вот здесь проебали. Че, у вас там на миде файтинги какие-то, да? Все вы. У меня есть ТП, если что начнется, я прилечу. Поставлю кнопку. Растягиваю селедки, если что. Боже, такой, почему у меня пол хп? Ты больше с половиной хитпоинтов. Гоу Рошу. Гоу пока БТРа нету, я думаю, потом бы можем, в принципе, ребят. Я не знаю, потом шансов не будет просто. Все кнопки есть, сентри есть. Я не буду заходить рушпит, если что, отзоню, ребят. Армалеты идут. Томб. Томба есть. Ага. Нет, у меня за фокус сейчас. Я не успею нажать. Да ё! Я просто не успел. Ну я сейчас слил драку. Пришло мое время.
Сейчас я слил, безусловно. Да. Вот и тут чисто трайдер будет. 1x9 чисто играешь, я не знаю. Без шансов. Я делаю ТП, не знаешь, либо там получится или нет. Да ну нахуй, чё ты за бред, блядь? Да ну нахуй, просто жесть. Убейте. Убьем, 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 тут шансов нет у него. Я, если честно... А, ну... вы и снайпера убили, хорошо. Да. Ну, не успел бы тебя подхилить. Так, да, по-любому бы сдох. А, я не знаю, нам сентри нужно. Много сентри. Придется сентри тарить. Че, тавр подолбим чуть или уйти лучше? Не знаю, гоу отсюда. Лучше уйти. Че, может, рошу заберем? Я не знаю. Да, мы не можем надо забрать его почему-то. Не можем забрать? Варды, варды. Купите, пожалуйста, варды, ребят. Их. Хотя, да, они... Их это пачка там. Пачка. Уходите, пацаны. Без меня не умрите только. Я скорее всего тут. Сайленсер. Не-не-не-не, бэк. Джага тоже в таверну сейчас отправится. А чё бэкбол? Хотя они все потратили пассы и так далее. Снайпер долбит. Я далеко. Справишься? Минус снайпер. Хорош. Минус снайпер. Хорош. Я подхилю томбой сейчас. Имбоварды. Гоу, Рош. Гоу, ребят, да. Томба пока стоит, но она сейчас уже пропадет, но половина есть уже. Там минус один, БТР у нас там есть. У БТР, скорее всего, будет лассо, но... Я постараюсь сильно не подставиться на этот раз, ребят. Буду стоять вообще в стороне. О, шишер. Не хватит, гомоните собаку. Найс. Это моя псина. Так, дайте мне Аегис. Так, ребята, они там уже в спине. Держите в курсе. Ну, на науку, так сказать, отдался. Слардар, смотрите аккуратно. Ну, ребят, меня нету. Да ну, меня нету, оставьте. Отойдите, ну его нафиг. Да заткнись. Это Вегас, что ли? Вегас. Не, это Харден. Или Капон. Капон не гавкает. Капон нормальный тип. Так, ладно. Че, ребят, сентри есть? Сало, сентри нету, да, дасты? Ну, нам сентри нужны будут. У меня нет денежек. Я принести не смогу. Слоты забиты, у меня полмейки есть, в принципе. Закуп бомжатского саппорта. Идут БТР там. Еще. Я хилять не буду тогда. Ребят, ну, походу, хотят они. БТР ФФ зажал. Вот он пришел. Хорошо, гоу. Хорош. Дальше продолжаем, цепляем. Томбу ставлю. Хорош, сразу минусуем. Корабль, ребят, аккуратно. Сала нет, не откинься. Смотрите, врыв с Лордара еще будет. Почти мека есть, ребят. Ух ты, вот это ты наглее сейчас. В принципе, у Джаги... Я не вижу, у Джаги есть ультимативный или нет. Ничего не могу сделать. Ребят, гоу сильно не дайвим. Гоу, крипы и тавр. Драка ни за что. Абсолютно драка ни за что будет. Хорош. Лучше. Драка ни за что будет. А где Бальтазар? Она ФК, что ли, встал?
Вон он, Солосос. Вот все же кого-то вот и хочет таки убить. Есть Иул? Хорош, подловим. Хорош, я дам дикие. Хотя бы ой, что. Блядь. Ну ничего. В принципе, не факт, что мы бы его убили. Ребят, гоу по ТП-шкам и уходим? Дефы, да. Гоу по ТП-шкам и дефы. Собирайте. Есть мека, в принципе. И гоусты надо. Я гоуст хочу очень сильно. Там снайпер неаккуратно играет тоже. Ну тут вивер не так, как в прошлой игре наглеет уже. Вивер в прошлой игре прям очень сильно раздавал. Тут уже поспокойнее. Так, есть мека. Ребят. Хорошая новость. Так. Че, у нас есть Аеги? Сколько по времени, ребят? Никто не засекал, я что-то прогулялся. Не видели? Сколько еще будет висеть? Нет, вроде еще 3 минуты не давал. Ну, надо идти тогда пользоваться. Я считаю, нужно пойти либо сюда, но нужны варды. Варды в КД. Сентрички в куре. Но я заберу сентри с куры, ребят. У нас у Сала 2 варда, ребят. Можно куда-нибудь сюда как-то агрессивно завардиться. Сейчас ночь. В профите, конечно, на ХГ поставить вот сюда куда-то. Так, гоу Хуска подождем. Что-то у Хуска там. Ребят, обходят. БТР с ФФ. С ФФ летает. БТР. Ну, осторожно. Возможно, о, будет... погнали, гоу, кто в лесу? Одна минута Аегис, ребят. Гоу. Надо идти. Я ловлю. Давай. Я сильно не буду подставляться. Гоу топ тауэр. Словил. Ну. Словил, слардар словил, да? Нормально, все, хорош, ребята, разворачиваемся, не надо. Если сейчас на ФФ поймают, все, отходим. Че за глобал? Подсейвовый такой. Гоу туда. Отходим. Гоу вот здесь завардим и сюда пойдем. Да, все отлично. Эту точку мы хорошо должны держать, потому что будем видеть бетрейдера. Отлично, я так думаю. И сейчас крипов дернем. Нехорошо. Сто. Че он там хочет? Вард, дизар? Как, кажется, ломать, нет? Вард. А там сами опсы поставили. Не, ну мы с ними, у меня есть центричок, поставим там что-нибудь. Есть, ребят. Че, вы готовы? Там Хуску что-то летит, талисманчик. Он видит нас. Так, ребят, даю... ой, хорош, хорош. Даю, забивайте, пожалуйста, вард, ребят, кто дальник у нас есть. Маны залью. Хорошо, ну тут Аза засолировал на самом деле. Славлю, пацаны, кунку! Давай, хорош. Ловли, ловли. Поставлю томбу, если вдруг будет необходимость. Ставлю. Дам меку. Чуть подсейвлю, живешь? Я ничего... Ой-ой-ой, баш какой вылетел. Не могу с хайграунда ничего делать, ребят. Отзоненная драка. Снайпер. Ой-ой-ой, сори, подблочил чуть. Нету, ничего нету. Ас, КД все. Все, КД. Он у Джаги, этот, хилка бегает. У нас Хускар там далеко побежал, ребят. Угу. Ебан Таур его сломал, вышло. Go back. Go back, Джага. Хускар, мне кажется, сильно задайвил. Сильно прям. Печальненько. В лейтгейминге они нам башни снесут, ребят. Это, по-моему, безоговорочно. Вивер, Слардар, снайпер. Сняли вард. Так, хорошо. ДДшка нужна тебе? Ладно.
Нет, забирай. Чё, днем пойдем куда-нибудь? Смоки есть. Оставишь этот спам? Ну, дай давай. Дай второй скилл. Иллюзии. Ребят, есть смока. Но я заметил, мы так файты, если начинаем, в принципе, есть шансы выигрывать их. Если они цепляют, то маловероятно, конечно. Если бы с БТРа начинают. Хотя, в принципе, если через лагуну он ложится сразу БТР, то забыл. Они на топе меня ждут, кажется. Го топ. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, БКБ. Ой-ой-ой. Ой, промах, мисклик. Ребят, очень сильный мисклик был у меня. Я и не меку ничего ни хрена не дал. Сфокусирован был на рипе. Жесть, сорян. Ну тут фейл. Я не знаю, смысл ли есть без джаггера идти. Сейчас также Слардар прыгнет, разберет. Нету, ТП нету. Не надо, Аз. Ну его нафиг. Джаггера нету. Джаггера нету. Появился, рож появился, джаггер сразу на рож. Давай, ТП делаю на рож. На рож ТП? Ну, прям. На рож ТП. Хорош, хорош. Делай, давай быстрее. Давай, делай быстро. ТП на рошу. Ребят, ну томба почти есть. Ультимейт не обещаю. Толик алкоголик. Да я так. БТР. Хочет. Но мы успеваем тут изи. Хорошо. Второй рошан. Так, 33-40, ребят, по времени. А зато спасибо, вот, братец, спасибо. Гонис. Опа, это что было, блять, это такое-то. Го по ботаму. Ребят, детекшена нет никакого. Бля, у меня доска чуть-чуть там осталось. Давайте тавр заберем хотя бы. Хотя Слардар там живой и опасно будет. Но я меку в этот раз прожму, обещаю. Ждайте. Я буду в стороне стоять. Тут Ghost 1600 стоит, да? Вижу. Хорошо, есть. Вард. Что, вниз идем, да? Go. Вниз хотите зайти? Мне кажется, не очень идея. Детекшена нет на вивера, ребят. Тоже кажется. БТР. Ах ты. Все, я ставлю. Поехала. Ой-ой-ой. Я захилюсь. У меня все хорошо. Не переживайте. Все есть. Ну, зря. Томба хреновая, ребят. Зря поставил. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Нету кнопок, ребят. На джаггера нажму. Джаггер, живешь? Нажмешь что-нибудь? Хорош. Ой-ой-ой, как нагло. Нагло. Ну, я тоже тут потанчу. Потанчу. Все. Го, пуш. Пуш, хускар сильно, не надо туда. От зоны немножко. Чё с курой, поднял, ребят? Поднял, хорош. А, попадаешь, отлично. Нажимаю кнопки, мека почти есть. Я пушу. Хорош. Пушьте. Я подставился, есть мека. На мне амплификация, торрент. Я тут умру, ребят. Ух, хорош. Есть если чё кнопка. Ебать под музыку, ебашу просто. Давайте. Работаем, есть томба. Че, отойдем, ребят? Или то, или мид? Пока минус 2. Пока мид. Можно запушить. Сек куру. Возьму тоже айтемы. Ставлю томбу. Если че, подхилю джага. Ой-ой-ой, корабль, я в корабль прям иду. Хиляю. Успею. Хорош, успеваю. Меки нет, ребят. Кура. Ребят, джага. Куры рьюз. Хорош. Ну, Аза тут соло задушил. Скар, не умри, плиз. Хилка там бегает, чисто как этот. Работает хилка, чисто как это, в магазине. Тележка по магазину катается. Хорошо. Ну, Аза тут соло. Просто 23 на 2, 7 ассистов. Безусловно. Все, отойдем. Надеюсь. Как мог нажал. Все, уходим, ребят. Аза, go B.
Хорош, душить. Гоу, отойдем, захилимся, вернемся, ребят. 2к Хорошо. На кармане есть. Можно закупиться и вернуться. Можно мне руну, ребят, будет? А, монетка. Можно монетку на топе возьму? Оставим, оставим. Я возьму, просто мне надо. На супер артефакт. Хорошо. Все сдаются, походу. Хорошо. Че, есть детекшн, сайленсер? Возьмешь, пожалуйста, братишка, я куплю. Возьми, пожалуйста. Сентрики. В курьере. А, я выложу, выложу, выложу. Хорошо. Просто у меня фулл слоты, мне нужно ТП хотя бы носить. Че, поехали, смока зажмем? Смока есть у нас? Нету смоков, да? Печалька. Хорошо. БКБ с лордар сколько секунд? 8 секунд БКБ, ребят. Информирую. Фраза АФК или чё? Не, не, я тут... Я балдею от песни просто. Чё, гоу ловить? Да гоу топ тупо в наглую. Зайдем. Есть Аегисы вроде у нас, нет? А, нету Аегиса, да? А, есть Аегиса. Ну, Аза может, в принципе, забычить, попытаться закайтить на... Забайтить, вернее, на БКБ с лордара, и там просто без БКБшки можно будет его подраться. Чё, по топу гоу, да? Ребят, ну, я не знаю. Можно, в принципе, можно смело. Я считаю, что можно смело. Главное, позиционку мне выдержать, и все. Сало, тоже сильно не подходи. Браток. Если что, Хускар должен вперед и Лина сейчас пойти. Джага тоже со сторонки. Все, БТР. Хорошо, заезжаем. Заезжаем в драку. Биверу минус пол хп делаю. Хорош. О, это все, это ГГ. Есть кнопки. Подхилю. Мека есть, ребят. Сейчас заезжаю. Меня душит тут вивер. Хорошо. Кто живой еще мертвый? Давай, 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 давай. ГГ. Задушено. Ну, а за соло. ГГ. Не, ну тут рили. Безоговорочно. 26 на 2. Просто ваншоты. Метовый персонаж 83-й карты. Лина. Найс, такая катка. Че, они ремейк будут или нет? Такие пацаны, все. Аза, Рахмет за гейм. Че, ты все? Да, мне на работу завтра. А, ну тогда Михаил, надо Михаилу позвонить. Все, пацаны, давайте. Давай, счастливо. Давай, давай, братишка. Давай, удачи. Давай. Михаил, ты тут? Михаил, надо. Времени, конечно, да. Уже да, времени. Можно и это. И можно еще одну но сыграть, это... я в принципе не понял. Да, одну еще сыграть и... Пацаны, можно и сыграть. Так, Михаил, надо написать. Щемлюсь, что-то нету слота. Сейчас я... Ну-ка. Сейчас, сейчас, сейчас. Так, сейчас я плюс одного пока найду. Пока заходите. Алло. Да, вот так. Че, one more time. Все, я тут.
Так, нас четверо сейчас. Hazır eşitemiz, okey. Maşindanki eşitemiz. Да, кто бы мог подумать, что через 4 часа на работу. Как же это печально звучит. Что у нас за чел будет плюс один? Есть какие-нибудь у тебя заготовочки по пику? Азабек, без наушников сидишь? Сейчас. Давай. Минус омник. Тракса. Хорошо. Вивер опять. Вивер в каждой катке, да? Да, ну там на вивере чисто бегают. Тракса вивера вообще не любит, в принципе. Быстрый доступ. Джой Казино. Шторм. Шторм тоже неплохо, в принципе. Слардар. Спасибо, енотик, спасибо огромное, бро. Thank you very much. Так, еще один трек сейчас будет, наверное. Ha, 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 ha.
Верно пишет. Чисто верно. Я только плясану насчет этой темы. Узбекистан. Передай привет Аркадию. Аркадий, тебе привет. Салам, салам. Салам всем. 948, может, твой донатер, я не знаю. Знаешь такого. Дядя Женя. L9. L9, да. Да-да-да, дядя Женя. Я думал, это лол. Салам алейкум. Дядя Женя, привет. Иван, привет. Спонсор. Один из каналов моих. Зомбика берут. Так, ну это понятно. Будет жестко. Вивер плюс зомби — это очень жесткая душиловка. Прям овер жесткая. Уф, как зомби-то душить. Печалька. Так, никто не против, я на траксе посижу немножко. На 15 минут. Так, ну, то очень тяжело будет, если фиссура будет закрываться. Если такая трипла будет, то просто нереально будет стоять. На траксе нужно будет овер аккуратно играть. Лагает. Захватывай, как так от души. Мне гимн поставили. Представляете? Узбекский гимн. Так, вообще... У меня есть предложение насчет кентавра. Кентавр, возможно, поможет нам эскейпиться от томбы, плюс возможный враг. Я хотел триплу снизу сделать. Хотя похуй, да, на триплу у них. Зомби, вивер. Зомби, и они вообще очень агрессивно будут играть. Им, в принципе, срать, где стоять. Ну тогда отправляем, как обычно, хардлайнера какого-то, да? Ну типа да, ну какого? Можно взять Клока, Клокер хорошо закрывает ЕСа. Но ну, тут да. зомби хреново. И Лину. Лину тоже может закрыть. Также... Хотя можно взять, можно. Тупо ворвется и считает, шторм будет. Да, шторм будет делать дела. То есть ЕСу главное не дать ворваться, чекать ракеты, и в принципе что-то может получиться еще. Так, у них остается катчер. Кого мы? Я думаю, Найкса возьмут. Что-то типа Найкса будет там. Либо Террорблейд. Террорблейд будет разваливаться первое время, но в лейтгейминге тяжело будет. Либо АМ. Зайдет. АМ. Сейчас посмотрим. Конечно, енотик. Давай ты завтра ворвешься, и мы будем с тобой играть. Спасибо тебе. Спасибо. Так, кого мы видим? Сейчас я, ребят, секунду. Смотри, там, я так думаю, либо антимаг будет под тебя заходить. Ты ж на шторме пойдешь, правильно? Нет, антимаг против, нет. Думаешь? Же... Да, у нас сплит, считай. Ну, сплит нам не дадут из-за томбы плюс фиссуры. Ничего не дадут нам тут. Вообще ничего не дадут. А тут фаст старт очень плохой будет у нас. Где бы так мы ни стояли. Я Войда, наверное, закрою. А, хотя Войд, где Войд? Войда тоже как вариант. Войд тут вообще у нас всех героев закроет. Есть свап, но хуй знает. Я не хочу против Войда играть. Го Войда забаним. Тоже считаю, потому что он всех у нас перекрывает. Шторма ловить как Войдом? Изи вообще. Ну да, вообще изи.
А других можно кайтить спокойно. Да, в принципе. От томбы так, отойти. Так, Венга плюс Тракса. Кого нам еще взять? Вообще, Вивера хорошо трал закрывает. Плюс зомби, в принципе, если трал успевается нажать. Но от зомбиков отлетать будет. Что-то мощное в сапе надо. Очень мощное. Сейчас ласт пик будет, подстроимся чуть-чуть. Что они сделают? Какой пик? Пугна тоже хорошо заходит, но у нас в трипле будет жесткая просадка. А так в лейтгейминге пугна очень сильно будет им напрягать мозги. Там все манозависимые. Они все будут нажимать кнопки, все будут получать дэмэдж. Давайте, пикайте уже. Напряжненько. Антимаг, ну да, я антимаг, в принципе, да, я так и подозревал, что это будет антимаг, потому что врыв шторма это всегда минус мама, минус мама, понимаю, нацист на Азесе, минус мама. Так, и чё, ласт там будет заходить, чем антимага будем ловить? Ласт саппорт какой-то, всю игру на траксу, надеяться это, конечно, тяжело будет. Клок ХЛ. У нас есть время, давай подумаем. Бейн. Бейну фиссурой могут сбить. Могут сбить Линой. Ю будет по-любому. Да, такое, конечно. Такое. Шаман точно нет. ТХД точно нет. ШДшка нормально. Ну, трал, ШД, ну ШД, блин, и ШД, и трал все от зомби отваливаются. Трал сможет, если мы чуть протерпим, трал сможет и антимага закрыть, и вивера. То есть трал очень хороший будет пик. Ребят, я за трала, в принципе, обеими руками. Шансов ну, по-другому да, у нас не будет. Я тоже вижу трала. Больше нету героев влево. Да, только трал, ребят, тут, к сожалению, мне кажется, другого варианта не будет. Четыре танга дайте, пожалуйста. Ну, надо очень сейвово, ребят, в трипле стоять нам. Очень сейвово. Фиссура, томба, до свидания. Так, всё. Куда вы столько? Накидали там тангуса. Чё, трипла куда идёт? Гоу поменяем позиционку, на топ пойдём триплой. Топ, окей. Как считаете? Считаю, будет ок. Покинул игру. Ре? Е. Ну, не со стыковки, у них там какие-то походу по... По игре. Печалька. Бальтазар вышел вообще, но он перезайдет, да, наверное? Енот, брат, от души за сегодняшний, вообще. Ой, я... Все, зашел. Отошел, сейчас приду.
Найс, ну наконец-то на топе поиграем. Центы более проще играть, чем скажи. Кто у нас пятый? Закрытый слот. Чалька. Но у них минус один игрок. Зашел к Бальте на стрим, увидел, что Эльзы не будет. А Эльза это минус две руки. Соответственно, печалька. Жалко, очень жалко. Хочется с нормальными игроками поиграть. Ты же не понимаешь инглиш. Чел пишет. Так. Чё за зум-мод? А, забег. Ну, всех героев помните? Ну, Тракса у меня была в руках. Зум-мод. Чё за зум-мод? Ребят, кому понравилась песенка, плюс в чат. Они Амаля позвали? Это Амаль? Это Амаль. Сейчас разъебем, короче. Пикайте, пикайте быстрее. Венгу и Трала. Венга, Трал, гоу. Дайте 4 танка, пожалуйста. Там на линии будет Амаль выступать. Хорош. Все, нормально вообще. Так, куру. Все, заебись. Че, на какую руну пойдем? На снизу заберем. Да, снизу. У них трипла на топе будет. Антимаг, я думаю, на бот пойдут триплой. Душить. Yes. Амальчик. Ух! Кто с нами в скайпе? Трал не в скайпе? Трал и Венга в скайпе. Трал, Венга в скайпе. Хорошо, если они будут слышать, это хорошо. То есть нам нужно овер сейвова тут будет играть, остерегаться фиссур просто и все. Будем жить. Сало. Слышите? Поставьте плюс, если слышите. Сало на втором, все хорошо. Если что, я координирую. Да, я тут. Я говорю, мне этот. О, забрал руну, найс. Хорош. Это мой, короче, этот. Друг. С одного города. Хорошо. Близкий друг.
Ну, ребят, чего? Крипа кто-нибудь встретит, трал, пожалуйста, встреть крипа, если они вдруг будут блочить, чтобы деда не слить. Не запушить линию, я постараюсь смотрите, поддержать. Смотрите, пишет. Воровать отец учил меня. Хорош. Хорош. Чё, там дед впереди, да? Деда. Хорошо, деда тогда, чтобы все, найс. Хорошо. Стараемся линию сейчас немного это подвернуть. Хорошо. Но Вивера можете, в принципе, отзонить, он тут ничего не возьмет. Я думаю, с крипами справлюсь немножко. Сейчас дед там подзапушит. Хорошо. Все, найс. Сейчас линию под Т-шку перетяну. Смотри, Вивер тут. Разминайте. Я да, с... да, разминаю. Почили тут немножко на крипу. Он походу на ФБ идет. Все, ребят, я линию под тавр увел. Ваша работа теперь. Хороши, молодцы. Нормально, я тут с крипами справляюсь. Реклоп аккуратней. Блять, не успел. Я пойду за руны сбегу. Или ты сбегаешь? Посмотри, вот там, вот он. Тут хуй. Хуй? Печалька, деда не казнил. Я уже и забыл, как крипов держать на месте. Давно в топ ТБ не играл. В принципе. Бежал. 8 о нем. Хорошо. Кура нужна кому? Мидлейн? Я в магазин не смогу дойти, ребят. Он уже на базе. Я просто, чтобы не подтащил просто так. Чекайте. Ищите. Так, деда надо казнить. Ребят, венга. Если дед не умрет, линия пойдет кверху. Хорошо, пойдет. Я за рулкой. Давайте. Все, заберет. Так. Аппараты мы. Пацаны, для вас оказывается песенка. Те, кто с чата. Так, мне курица нужна. Её было зайти. Бы хорошо, если бы была бы апнута. Ребят. А голды нет. Можно на 7-й минуте, ребят, пойти, в принципе, тавр ломать, венга ауру. Придержи плюсик, чтобы ауру потом вкачать. А, зря ты просто... Не подходи тогда к крипам, чтобы линию не пушить. Так, крипы, идите сюда, куда побежали. Стараюсь линию не запушить. Деда бьют. Хорошо. Отлично. Пойдем прогуляемся. Да, если что, ребят, так, я могу... ТП делают на низ делают походу ТП. Да? А, походу... Ребят, да. Слаб, да. Снизу, уходите оттуда. Уходим. Там Лина у вас. Мы уходим.
Я аккуратненько под тавром, ребята, если что, но хила у меня нету. Заэскейпить не смогу. Алина на топе. Нет. Есть тут. Аккуратненько, ребят. Сало, да? Лины нету, ребят, до сих пор. Зомби работает. Снизу будет, снизу. Там аккуратно с курой, Аза. Чтобы не слить. У меня там айтемы. Так, ну трипла вниз перетянулась, ребят. Тут немного поспокойнее сейчас будем стоять. По фарму у меня все хорошо. В принципе. Я беру этот рунку, нет? Аза, заберешь? Забирай, забирай и уходи. Забирай, уходи. Уходи, уходи. Лина здесь. Да-да-да, я понял. А вот сюда еще кто-то нападает на меня. Ребят, курьер надо будет? Сапы кому несите, что надо будет? Сейчас я апну ее. Давай, апай, мне хилочка нужна будет, ТПшечка и... Два слота там еще есть. Так, ну раз они тут пришли, я... Не знаю. Ну, виверу спейса дают. Блин, ну они очень пассивно стоят. Они могут намного агрессивнее играть. Так, разошлись, ребят. Все, они разошлись. Гоу немножко подпушим, может. Пока на топе идут файты. У меня базила летит. Все есть. Ну, почти шестой. Раз уже линия... Хотя, ой, хорош. Хорош, ты что там делаешь? Хорош. Уничтожает. А он просто, короче, в своей традиции соло 1x9. Понимаю. Гоу, базилку включил. Хотя сейчас ТПшки будут. Давайте я лучше базилку выключу. Лучше оттянем. Оттянем. Сейчас, возможно, ТПшка сюда будет. Ребят, аккуратно. Вивер идет, вивер идет. Толки будут. Все, найс. Хорошо, хорошо, все отзонил. То я испугался, что сейчас будет врыв, хотя бы вивера оттолкнуть. Нас куплю. Почти шестой есть, ребят. Ребят, опасно тут стоять. Вижена вот тут нету. Я линию все же запушил. Сейчас куплю. Да, Вижен, не хочешь взять? Зомби тут. Хорошо, есть шестой. Я пока в лес нырну, ребят, возьму масочку. Курочку можно, ребят? Я не хочу в лавку заходить. Я возьму так юзану. А, шейкер, кто-то, шейкер, кто-то тут. Взял. Кто-то тут, ребят. Шейкер миз взял и идет к нам. Аккуратнее. Хорошо. Я на изи кемпе буду. Лины нету. У меня 100 дэмэджа, ребят, с руки. В принципе, если как-то ближе они подойдут. А, ну тут, тут они чисто все, да. Ждем, Лина выходит. Если Лина выходит где-то на центре, тогда можно пофайтиться, в принципе. Разменяться, но... Так я не вижу смысла идти. Они, в принципе, и под Т могут. Вот он, вот он, вивер. Вивер, да, они нас ищут, ищут. Лина там, значит, у вас. Да, Лина, скорее всего, у нас. Ребят, рассредоточьтесь так, чтобы если вдруг вивер закинул пауканов, чтобы кого-то двоих или одного спалили, чтобы не всех троих. Аккуратненько. Чтобы, если что, можно было как-то это камбэкнуть. Но они сейчас под тавр будут с томбой заходить, ребят. Давайте выйдем отсюда лучше. Оп, фулбэк. А Лина тут. Я в таверну. Живу пока что. Делаю тэп-аут. Уйду, хорош. Ребят, уйду. Хорош. Клок я ушел. Клок. Клок врывается, дается минус там какой-нибудь. Я этот третий дам хотя бы как могу. Все, молодцы. По-моему, там изи. Хорош. Ломались у них. Да, ну, было логично, что они очень сильно трутся там. Нужно как-то находить компромисс. Амаль, Амаль, он же такой... Он идет убивать на лайн, хоть даже будучи пятый левел, похуй.
Я буритос пока поделаю. Надеюсь, меня тут никто не примет пока что. Так, ты по ЕС. Понял? Принял. Угу. Значит, Элина будет здесь. А я лучше сейчас одного, крипа добью и, в принципе... Да, на боте, наглеют. Гоу Тауэр тогда заберем. А на, они все на боте. Ой, ага, я шейкера убиваю. Слушай, тут еще ТП. ТП дается кто-то. Я там дал, но не факт, что там что-то получится. Вообще без вариантов. О, я... Роген не сбился, представляешь? Хорош. Зидзадр, сука. Какой же я охуенный, блядь. Просто пиздец. Не с ДФ был, нет? Нет, мы мидлайн разменяем. Хорош. Т2? Гоу попробуем, но третьего нету, сразу говорю. Да, антимаг там в дерьме можно. Да, антимаг, да, но они ботом сняли уже. Гоу немножко попинаем. Сейчас Madness будем, будет, будем разменивать. Все, уходим. Да, гоу бэк. Я через лес пойду. Гоу на топ сместимся сразу. Тоже поиграем в пуш-игру. Я думаю, они не смогут, в принципе, сейчас на ТП-шку. Кура. Yes. Ребят, ЕСа прессую. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, ну я в таверну отправляюсь. Ой-ой-ой, он са подал. Понимаю. Ребят, ну я тут в таверну тоже. Давай, Венга, на тебя иду. Поможешь чем-нибудь? Хорошо, все-все-все, хорош, сейчас умирать будешь. Ты куда? Далеко, бро. Очень далеко пошел. Там уже достаточно... Да-да, забирай, конечно. Сейф, ну, грубо, бро. Очень грубо, но... Спасибо тебе, конечно, но ты мог там выживать, изи. Достаточно было просто, что ты задул, испугал и все. Так, у меня есть Madness, в принципе, ребят. Я сейчас Ancient'ов немного по драконю. И можно, в принципе, на левеле идти. По товарам. Вивер. Вивер пошел, ребят. Аккуратно. Да-да-да. Что там, убивайте. Молодцы. Ребят, Silence буду, наверное, на троечку брать, чтобы подконтривать антимага и вивера, в принципе. Кикер видел? Хорошо. Секс. Ай, бля, у меня будет стан есть. О! Кадды баланды! Аркадий! Оу! Знаешь такую песню? Кадды баланды! Не. Не слышал. Может, слышал, но... Куда мы там пойдем? По миду или по топу? Не помню, надо на топ идти. У нас есть вот тут вижен, будем видеть подходы, но не будем видеть ТП, в принципе. Так, что там? Вивер агрится. Я бегу, братиш. Ну, живи там. Таймлапс будет, ребят. Хорош, пойдет. Ой-ой-ой, хорош. Даю сайленс. Таверну. Таверну. Есть яшка. Катты баланды. Катты баланды. Че, пойдем дальше? Они тут все на атаке готовятся. Хорошо. Че вы? Так, ну а забег там далеко, ребят. Он там за курочкой бегает. У нас тут, в принципе, намечается файт, я так думаю. За курочкой бегаешь. Почти шиз. Ребят, ну надо сюда кому-то выйти. Отойдем. Отойдем. Я могу ее сбить, в принципе, но не хочется. Кто у нас там? Нет, кто на низу? На низу вивер. А тут все. Тут Элина. Я пошел. Дальше леса погоняю, ребят. Яшку надо. Да-да-да, давай. Элина на ботами. Можно было топ сейчас пойти. Спокойно. Эх, почти.
Я зря на самом деле с топа ушел. Гоу, есть кто на миде? Если нету вижна, можно принять тут. Изи. Зацепишь? Хорошо, ну тут солируешь просто. Я на XP просто. Достаю. А там кто-то еще был. Валим отсюда, Венга, валим. Ну его нахуй. На ботами заберу. Поставьте руну. Да-да. Бля, спасибо за такой позитивный трек, отвечаю. Просто топ, нахуй. Просто топ. Вот здесь они будут, тут здесь. Че, вы будете файтиться? На миде кто-то был, ребят. Так что можете там смело. Я по ботаму пойду. Зря ты его вернул. Зря его убил, блядь. Зря вернул его. А? Зря вернул, говорю, его. А, ну он просто под вышку заходил, я думал, ему пора к нам. Кадди Баланде, да, Аркадий? Да-да-да, обязательно. Если бы я еще знал обозначение, было бы прикольней. Конечно. Конечно. Я на тебя. Там ам на миде, ребят. Старом. Иду на мидлайн, ребят. Кого тамбу разобьем, там что-нибудь получится, я думаю. Тут вивер. Отойду. Так что нету. Пойдет. Го по низу, может, а? Томбы не будет еще секунд 30. Да, идите, пока я поубиваю. Фастом заберем. Венга, иди к ним. Гоу-гоу-гоу-гоу, я пока леса тут тоже колачиваю. Хорошо. Гоу, заходим, третий даю, поехали. На топе трое. Двое уже. А Адза просто там соло делает все. Все, что нужно. Хоть хорош. Ну мы Т2, Т2 идем. Т2 идем, ребят, смело. Есть время, идем Т2. Т2, 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 смело. Просто смело, а скаты. Тут просто смело Т2 падает. 42 дэмэджа на Кате. Сила 2 аур. Я потанчу немножко. Все, хорошо, и уходим сразу, ребят. Хорошо. Молодцы. Я сейчас тоже буду файтиться, хорошо. И шейкер на тебя выехал. Но я рядышком, у меня ульта, все есть. Алина Юл, ребят. Если че. У меня тоже Юла есть. Хорошо. Че, может, да по топу ну, пойдем? Это, бред, блядь. Ни одной активной руны. Да, на топе была ДДшка. Не в лесах, что ли?
Сейчас ночь, в принципе, можем пойти по топу. Ребят, кура нужна мне, если чё. Можно смело пойти вот так. Рошу ебанем? Можно рошу, мне вообще плевать, куда идти. Мы можем, у нас дэмэджа хватит. Изи. Минус армор, плюс третий авенги, плюс мой третий. Тралу только накрыть эту всю контору, если. Аккуратненько. А... вдруг что? Хорошо. Там у Азабека проблемы. Гоу поможем, ребят. Почему бы и нет? Томбу разобью. Работаю. Вижен на томбу. Хорошо. Горош. Все, можно смело. Томбы нет, гоу рошу. И, в принципе, мы тут закончим эту игру. Да, эту игру мы тут закончим. У меня 300 урона тут с руки. Возьмешь Аегис? Да. Все, хорош. Тут изи. И можно Т2 и мид выйти, в принципе. Хорошо. Go. У него вард, он вард поставил, ребят, если чё. Там смерть. Я зацеплю. Сало дал. Нет, все, бэк. Варды летят в центре. Сейчас сниму. Хорошо. Я за руны. Гомор спушим. Под третьим Паунт, спушим. Паунт, я ебал твой рот просто. Хорошо. Пойдем на топ. Не, го дальше. Мидлейн хочешь? Гоу, ну да, пока аура работает. Топ, гоу. Ну я бы топ пошел, ребят, гоу. Т1, да. Я бы топ пошел. Сейчас варды будут. Хорошо. Вот сюда бы вижен нам. И можно смело. Да, уже летит. Хорошо, красавчик. Венга соло там пушит, у нее 60 урона. Понимаю, вот это саппорт. Понимаю. Саппорт гейм. Хорошо. Третью докачал, ребят. Можно работать. Че, гоу, пробежимся? Проводите, а то я боюсь пиздов выходить. Да, гоу, пробежимся немножко. Я вот здесь зайду. Идите здесь наглую. Смело, 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 ребят, смело. У нас шторм есть. Не стоит бояться. Хорош. Я далеко. Сало не даю. Меня отзонил ЕС. Отзонил ЕС, ребят. Эх, я не попадаю с Эванса. Лина. А, я ухожу. Я сейчас вышка. Томбу. Томбу сниму. Ко мне не подходите. Тут вивер душит. Хорошо, я ушел, ребят. Я на лоу хп ухожу. Неужели я сдохну? Не успел до крипа добежать. Ну, ПТ на силу надо было попробовать поставить. Печально. Очень печально. Так не хотел умирать. Венга просто худ. Забавно выглядит, конечно. Я такое даже в топ-ТБ не видел. Хорош. 80 маны. А вы там до свидания не скажете друг другу? Этот ГГ просто сейчас обоим будет вам. Нет, я ухожу, нет? Но если по таймингу поймает Лина, то нет. А-а-а, вот так вот даже. Хорош. Ну, как обычно, в принципе. Да ну на... У него там была... Он с ульты убил, да, просто? Ну, найс. Мне надо срочно прикурить сигарету. Сейчас у него сразу БКБ манта там. Все как надо. Господи, какой это патч.
Пиздатый вопрос отвечаю. Сука! Выжил, прикинь. На вардинге победил он тебя, да? Ага. Печалька. Я по низу пойду, под пуши немного леса пройдусь. И пойдем заканчивать. Хорошо. Казахстан на связи! КЗ на связи, ребятки. Усп сила. Мокрый асфальт, серое лицо. Кура есть там где? Кура нужна будет, ребят. Тоже кура нужна. Что там по куре? Собрали, можно тоже. Реюс, ребят. Смотри, смотри, идет магинга. Солнце тебе не искать. Он боится, он не знает, что делать на карте. Он взял БФ, то о чем мы доминируем? Шторм влетает в ГГВП. Там вард стоит. Аккуратно. Ребят, ну мне БКБ летит, верни, я верни, и может. Верни, верни! Ну! Ой, бля! Фейкера вернуть! Надо было! Бля, ну ты говори, если чё. Я, в принципе, готов, ребят. Можно зайти топ и ХГ зайти. Есть БКБ, я в БКБ просто снесу. Нехрен делать тут. Режь, режь, режь ее просто в жопу. Давай, давай, дальше. У меня вивер перекрывает, урона нету. Хорошо. Дай, дай, дай ультру. Эх. Ай, бля, сори. Ничего, я нормально, нормально. Не, я поздно сказал. Не думал, что триплу сделаю. Но тут ГГ. Они тут не вывезут. Я уже... БКБ собрал, мне тут вообще ничего бояться. Тем более тут у нас еще шторм на бусте. Гоу, мидтауэр. Сейчас бабочку выйду, закончим уже. Да и так, в принципе, закончу. Сразу две стороны можно. Так, там риснулись, Лина там риснулась, а нет еще. Тут она не сбежит, вижу нагло. Че, вы по топу? Ломайте топ, я ботом спушу. Закайте на обе стороны. Улетела уже с этого, бабка, что там надо? Ну, Лина у меня, ребят. Можете смело чё, стоять. Забайтишь, забайтишь на Юла? Ну, давай попробую. Давай, 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 я лечу. Уже поздняк. Ну ты сам ее, в принципе, берешь. А, ну или так. Нет. Ну, сорян. Да пойдет. Нормально. Ну давай, запушим уже. Есть БКБ, если что, можно на развороте пофайтиться. Томбу сразу снесу. Томбу сразу снесу. Нифига, вот это врывы. Еса, поймал, ребят, томбу сношу. Я сзади бью. Хорошо. Эй, Бальтазар! На меня он хотел. Как крипа, знаете, чисто крип какой-то большой. Просто как крипа. Мега крип? Да, мега крип какой-то. Но еще не такой, не подфармленный, знаешь. Он, наверное, такой говорит: господи, узбеки. Господи. 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 Гоу топ. Ребят, тут ГГ просто гоу топ. Гоу. Пока Лины нету, можно смело тут заканчивать третью сторону. Сила двух аур. Плюс аза. ГВП. Ксен СФ, да, как там правильно? Ксен СФ. Ну, вообще, Ксен, я не знаю сам. Мне раньше как-то, знаешь, Ксен Азас было попроще. Сейчас мейна нету. No name. Вивер.
Ты шо, страх потерял? И у него чё, диффуза что ли? Диффуза, да. Я понял его. Хорош. У меня МП чекает. Он не успевает чекнуть. Ну, тайминговое БКБ. Хорошо. Так у меня есть линка. Ребят, ну по мане просел. БКБшки нету. Ебали меня эти вышки, блядь. Давай, ебош. А меня вышка тут долбит. Сбег на вышке, хули. Это было прометчиво. Эй, Вивер меня хочет это сигин сделать. А я его сделал. Амалия, под колодцем. Амалия. Я убью, оставьте мне его. Сейчас сайленс. ББ нажал. Аза, давай дабл. Дабл, Аза. Давай, дабл. Эх, не дали дабл. Был. Мне надо было Амалию убить. Ну да. Эх. Да. Най, спасибо за катки. От души. Изи. По-моему, давай, изи. Давай, не болей. Давай, ты тоже. Спасибо за игры. Давай, Каш. Тебе тоже. Давайте, ребят, спасибо всем. Каш, это... Запустишь стрим, лайкну. Спасибо. Давай, ты хотел сегодня вроде что с сабами поиграть, попробуем что-нибудь сделать. Ну да, можно будет сегодня. Хорошо. Замутите тоже своих потных. Ну, я не знаю, потных у меня немного, там 1-2 человека найдется. Ну так, по фану, порофлим. Чё, для развития. Все, давайте, ребят, ГЛ, всем спасибо. Так, вы двое не выходите. Да, мы не выходим. Все, давайте, ребят.